Всем привет! Мы подводим итоги нового сезона, какой закончили мы седьмой сезон. Пытались выйти, но нам ничего не получилось. Но мы старались, бились, пытались голы забивать. У нас, как всегда, не пропускают все в вышку. Ну почему, не знаю. Чатик, ну почему? Объясните это. Никто не уважает наш череповец. Ой, какие трудные идут пока что у нас. Все мечтаем выйти вперед. Мечтаем, мечтаем. Нам говорят, пошел ты нахер, ты никуда не выйдешь, а просто будешь дальше мучиться. Ну ничего, когда-нибудь мы выйдем и пробьем их. О. Так, трансферы. История. Никто к нам не пришел. Ушел от нас. Владислав Сарвели. Ушел в Беларусь играть в Днепр. Могилев. Рафаэль сбежал от нас. В Россию. Спорт Академия Клуб. Это, по-моему, московский какой-то спортивный клуб, как я помню. Так. Ну, форма такая себе. Профессиональный статус. Ну. Обидно, что он от нас бежал. И Константин Кучаев, крылья Совета, ушел. Вернулся в РПЛ. Думал, затащит РПЛ-ку. Теряем игроков, как не знаю что. Так, смотрю предыдущий сезон. Так, тут никто не ушел из таких, из наших дружков, из чатика, как говорится. Владуха, где сейчас играет? Также Нефтехимки. В Нефтехимках Владуха играет. Какая мразь сбежала. Что у нас дальше идет? Так, Миша. Лобода Курск играет, забежал. Сейчас там. Какой от нас Миша сбежал. Зажигают, как говорится. Кто еще от нас сбежал? Ну и все. Двое игроков сбежало от нас. Турнирка. Мы чемпионами стали. Но проиграли в плей-офф. Взяли всего лишь 5 очков. Грубо говоря, 2 очка не хватило нам, чтобы выйти. Следующий дивизион. 2 очка, главное. Двоечку нам не хватило. И это очень обидно. Так. Очки за игру. На втором месте 2-11. Но это неплохо. По голам 52 гола. На первом. Красавчик. Команда. По ударам на первом месте 317, ну, тоже молодцы. Удар соперника третье 167. Точных пасов на первом месте 85% точность пасов было. Среднее владение мячом на первом месте 59%, больше половины. Ну молодцы, молодцы. И это хорошо. Так, выиграно отборов. Мы на пятом месте 250. Ну, могли бы и лучше. Обводки на втором месте 198. Сухие матчи. 8 сухих матчей на втором месте. Шинник обогнал. Пропущено голов на втором месте 20. Почти Шинник обогнали. Но это нечестно, как говорится. Так. Статистика игроков.
Белый тигр. 10 голов. Пятое место. Седьмое место. Литл лошадка. 9 голов. И Коля Молот. 7 голов. Лучше ассист. Литл лошадка. 10 голевых передач. Первое место. Мэджик. Шестое. 5 голевых передач. И восьмое. Тренеришка дилетантов. 5 голевых передач. Так, третье место. Литл лошадка. 53 удара. Красавчик. Александр. 36 ударов. Старался. Игрок матча. Четвертое место. Литл лошадка. 4 раза. И все. Ключевые передачи. Литл лошадка. 61 ключевая передача. И Александр. 38. Точность пасов Денис Адамов. 93%. Точность передач вратаря. Это жопа. И больше никто. Это вообще странно. Так, в игры на отбор мы вообще не попали. Обводочка. Седьмое место. Литл лошадка. 40 обводок. Сухие матчи Дениса Адамов. 8 штук на первом месте. Пропущенных голов. На третьем месте Денис Адамов. 20. Понятненько. Так, а здесь можно посмотреть? Нет ничего такого. Ну да, тут ничего не показывает. Так, дальше смотрим. По расписанию, какие у нас игры шли. Первый месяц с победок начали. Август. 2 победы, 2 поражения. Сентябрь. 3 победы, 2 поражения. А потом октябрь. 2 победки. Ноябрь. 2 победки. Мы отдыхаем, как говорится, чилим. Потом просто апрель. 2 победки, 1 ничейка. Потом май, победочка. Ну, молодцы. Вот пошли стыки. 4 игры за выход. Поражение мы 2-4 начали. 2 подряд ничьи. И под конец мы выиграли. Ой, тут тяжеленько было. Так, что у нас дальше идет? Состав. По играм чисто смотрим, а там уже... Так, Леонид Мазница, 23 игры, 5 голов, 2 голевые передачи. Ну это вообще бестяра. Денис Адамов, что, 23 игры, 66-87. А что у него там вообще? 20 пропущено. Ну да, 8 сухих. Не лучшие его игры. Фернандо Стефано, 22 игры, 3 гола, 1 голевая передача. Он начал голы забивать как-то, и это удивительно. Александр за 22 игры, 7 голов, 3 голевые передачи. Литл лошадка, 10 игр, 22 игры, 10 голов, 12 голевых передач. И кто-то из мыша. 21 игра, 1 гол, 6,79. Тренеришка дилетантов. 20 игр, 9 голевых передач. Но это неплохо, он чисто на голевых тащил команду. Так. Белый тигр, так он еще на травме у нас 3 недели. 20 игр, 11 голов. Ну, я могу сказать, что это неплохо даже. Коля Молот, 9 голов, 5 голевых действий, 19 матчей, ОКВ, 17 игр, один раз на замену выходил, 1 гол, 5 голевых передач. Ися, 8 в основе, 7 раз на замену выходил, 1 гол, 1 голевая передача. Мэджик, 6 раз в замену. В основе 4 раза на замену выходил, 5 голевых передач. Ну да, это еще неплохо.
MG. 5 в основе, 5 раз на замену выходил и всего лишь набил 2 гола. Максим Кузьменко. 2 в основе, 5 раз на замену выходил и всего лишь 1 голевая передача. Дальше, кто у нас? Монобан наш. 1 раз в основе, 10 раз на замену выходил и ничего вообще не делал. 6,69. Геннадий Бородин. 1 раз в основе, 2 раза на замену выходил. Ну, ничего такого путного. Владислав Камилов. Так, что у нас? 1 раз в основе, 1 раз на замену выходил. Он тоже ничего такого не сделал. Сергей Арбузов. 1 раз в основе сыграл 2 голевые передачи. Ну, это вообще круто. Александр Петренко. 1 раз в основе, 1 гол. Юрий Горшков. 1 раз в основе выходил 6,9. Антон Зинковский. 1 игра в основе, 2 гола. Это что за такой Антон? 34 года и такой бист. Ну, не совсем бист. Но он смог себя проявить. Зинковский. Где этот Зинковский? Так. Паровозик Лока. 5 раз на замену выходил и всего лишь гол забил. Александр Рудников. 5 раз на замену выходил, 2 голевые передачи. Дмитрий Сучев. 1 раз на замену выходил, ничего вообще не смог делать на 6,5. Андрей Саидов. 1 раз на замену выходил, тоже ничего такого не сделал. Так, смотрим сначала по голам лучшего игрока. Первое место — Белый Тигр, 11 голов. Тройка лучших, будем говорить. Второе место — Литл Лошадка, 10 голов. И третье место — это Коля Молот. Он забивает 9 голов. Лучшая тройка наша по нападению. Тройка по голевым передачам. Первое место — Литл Лошадка, 12 голевых передач. На втором месте — Тренеричка Дилетантов. И на третьем месте — ОКВ. Так, тройка по средней оценке. Антон Зинковский взял первое место. 8,3. Ну, это неплохо. Второе место — Сергей Арбузов. 7,9. Ну, неплохо тоже. И третье место — Александр Потренко. 7,5. Это лучшая тройка наша оказалась. Так, что смотрим дальше? Дальше смотрим мы, кто получил Golden Mat. Гол, мяч. И в этом году получает первое место Мбаппе. В 30 лет занимает. Второе место — Холланд. И третий, удивительно, первый, кто за золотой мяч появился, за третье место. Лаутаро Мартинес из Интера, аргентинец. Еще не было такого. Но он появился. Да вот представьте. Ну, и смотрим чемпионаты, как были шли. Чемпионаты в центре внимания. Ну, в Англии... Сити — это понятно, Челси, Арсенал, Ньюкасл, Ливерпуль на пятое скатился. UFC-шка на шестое, седьмое Брайтон занял. Возможно, в кубках будет. Испанка. Реал первое место взял, второе — Барса. Нет, у Реала очень много. Барсе не догнать просто. Третье — Атлетика. Вильяреал
занял четвертое место. Удивительно. Пятое. Как ее? Сельта вот-то. Шестой РСА и Валенсия на седьмом. Удивительно, удивительно. Так, во Франции что у нас там творится? Чемпионство. Первое ПСЖ, ну это понятно. Ленц второе место, это удивительно. Ницца третье. Лион четвертое. Лиль пятое, шестое Реймс. Ну да, вот такие серьезные заявы вообще. Так. Бундеслига. Что у нас в Бундеслиге творится? Ну, Бавария это понятно. Потом Лейпциг, БДшка третий. Потом Кёльн, Байер, Франкфурт, Унион Берлин седьмой. Удивительно, как все происходит. В Италии Интер, потом Милан второе, Лацио третье, как-то уже вышку поднимает, Ювентус четвертое, потом Наполи пятое, Аталанта шестой и Фиорентина седьмое. Залетает в Еврокубочки. Так, Греция АЕК первое, ПАОК, Олимпус третье, Панатинокиус какой-то четвертое и Арис пятое. Ну, в Эмиратскую можно не лезть, не смотреть. Так. Смотрим эту как. Таблицу чем. Балтика чемпион, Нижний Новгород. Второе занимает. Понятно. И премьерка. Зенит чемпиона. Как обычно. Они в прошлом году Краснодар забрал чемпионство, и это удивительно было. Обычно Зенит, но в 26-27 году был Краснодар, потом опять Зенит, потом опять Краснодар, опять Зенит. Но начали как-то вот так вот меняться, это уже какой-то у них прорыв. Это уже что-то там, такие мутки. Ну что ли, посмотрели, вы увидели, кто как играет. Всем спасибо за просмотр, лайки, комменты, если вам все зашло. И до новых встреч.